Ретрит 2021 будет проходить в Черноморске. Мы всегда говорили о том, что Одесса возле моря, сделать ретрит это очень чудесно, но в этом году Господь позволил нам сделать этот ретрит в Черноморске. Почему, вы спросите, почему Черноморск? А почему бы нет? Почему бы нет прийти в то место, где есть свобода, где есть место прославить Всевышнего, где есть место собраться все вместе и самое главное, на расстоянии, которое никому не повлияет. И знаете, это очень важно. Важно, чтобы не только видеть Писание, а исполнить его, потому что для этого года нам Бог сказал, входите, входите в вашу свободу, равняйте пути, высвобождайте благословение, входите в словословие, и самое важное, поднимайте, восстанавливайте благовестие, которое люди, напуганные коронавирусом, отвергли. Я верю, что это время для нас выхода не из коронавирусного состояния, а ментально выйти из страхов, которые мир сегодня живет. Я верю, что это время в Черноморске 8, 9, 10 мая станет удивительной свободой словословия, хвалы, отношения с Богом, и выровнять свои пути, поднять это знамя для народов во спасение.